Привет, меня зовут Эммануэль, а я учусь в Сибирский федеральный университет. А сегодня я вам расскажу мой самый любимый место на кампусе. Недавно открыт новый ресторан в Сибирский федеральный университет. Я люблю здесь обедать. Здесь очень вкусная еда и добрый официант. Здесь тоже работают студенты, такие же, как я. Меня зовут Атай, я из Кыргызстана. Я активный студент СФУ. И поэтому для меня самым главным местом является Конгресс-холл. Все самые крупные и классные мероприятия университета проходят здесь. Это место у студентов ассоциируется с праздником. Конгресс-холл стал визитной карточкой не только университета, но и города. Именно здесь мне дали возможность проявить и показать себя. Привет, меня зовут Давид Сальмерон, я из Венесуэла, я аспирант Сибирский федеральный университет. В университете я живу в общежитии, и прекрасный общежитий, мне очень нравится это общежитие, потому что все общежитие есть спортзал, где я могу заниматься спортом, и поэтому я думаю, это мое любимое место. Меня зовут Хо Сичун. Я приехала из города Харбина, Китая. Я сейчас учусь в Сибирском федеральном университете. Вот это мое любимое место. Это библиотека. Здесь есть все литературы, которые помогут мне писать научную диссертацию. И здесь есть такой особый атмосфера. Здесь могу внимательно читать такой длинные, сложные теории. Всем привет! Меня зовут Али Фарид. Я араб из города Вавилон. Я учусь в Институте нефти и газ СФУ. На самом деле, когда я был маленький ребенок, была моя мечта посмотреть все зеленое, лес и так далее. Приехала в Россию, все белое, зима, конечно. Но летом здесь очень красиво, особенно лес СФУ. И когда мне тяжело все, и настроения нету, сижу здесь просто посмотреть на природу. Очень красиво, очень красота. И сразу настроение будет супер. Ребята, welcome to Сибирский федеральный университет. Давайте.